Теперь обратимся к кадрам, которые ближе к вечеру обнародовало Российское министерство обороны. В разных частях страны подразделения вооруженных сил сегодня провели пуски крылатых и баллистических ракет с земли, из морской акватории и с воздуха. Все это в рамках масштабной проверки системы управления. Задействованы были соединения ракетных войск стратегического назначения, силы двух флотов Северного и Тихоокеанского, Каспийская флотилия и части дальней авиации. У нас есть возможность показать, как все происходило. Так, с космодрома Плесецк боевой расчет РВСН выполнил пуск межконтинентальной ракеты «Тополь». Еще две баллистические ракеты были выпущены из акватории Баренцева и Охотского морей. Это сделали ракетные подводные крейсеры стратегического назначения «Брянск» и «Подольск». В свою очередь, экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» Каспийской флотилии выполнил стрельбу крылатой ракеты «Калибр» по учебной цели. Расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер» крылатой ракеты успешно поразил условную цель на полигоне «Капустин-Яр». Ну и, наконец, с воздуха экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 провели пуски крылатых ракет по наземным целям на полигонах в Коме и на Камчатке. Сегодняшняя проверка, как сообщается, была плановой, и она показала надежность прохождения сигналов тревоги и приказов по всей вертикали от Национального центра управления обороны до командных пунктов на местах.